Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием The Set. Мы с вами остановились на том, что мы видим надпись Dasha Prosthetics. Отлично, я там Виталити. Мы с вами на самом деле добрались в город, как я понимаю, и теперь должны движевать здесь. Пролог мы, по сути, прошли. Давайте смотреть, какие вариации у нас есть. У нас есть огромное городище, в котором мы сейчас с вами находимся. А что такое М? Это у нас Аркола G, куда мы, собственно, и пытались добраться. Нам нужно, видимо, сместиться на другой уровень. А уровней здесь, как я понимаю, много. Поэтому нужно привыкнуть к городу, потому что он, собака, реально огромен. Он просто огромен. Так, это у нас что такое? Это терминал, который не юзабелен. Понял, принял. А вот здесь что-то юзабельное есть. Так, использую 29 укрет. Что там написано? Снэкмастер. Скорее всего, хпшку можно пополнить, но у нас не вроде бы все окей. Боже, сколько здесь всяких инопланетных мразей. Так, Варенс. Варенс, мы вышли. Так, внимание, аркология находится в режиме дефолта. Работа служб скоро будет восстановлена, сохранять спокойствие. Капсульная парковка. Для капсульной парковки у нас отдельная карта. Оля-ля, здесь куча ящиков. Так, где-то ящик здесь. Здесь же? Мне пока очень сложно ориентироваться по карте, потому что она очень странно сделана. Вроде бы она должна нам помогать, но на самом деле... Так, я к чему-то дошел. Это у нас апгрейдные части, базовый компонент. Нам надо будет здесь еще найти челика, который отвечает за апгрейды. Так, и где-то здесь ресурс. Так, обычные ящички. Ребятки, у вас тут ящички есть? Хера ты здоровый. Так, здесь у нас есть базовый жилет техник. Снаряга, дополнение броня, туловище. У нас было, значит, жизненные показатели, шанс крита. У нас был разнорабочий, который нам давал хпшку и меньше разброс. Здесь же мы увеличиваем шанс крита, получаем защиту от цифровых атак. А тут у нас защита от огня и от цифровых. Конечно, давай эту бронюшку. Ёпрста, мы теперь хоть не с голым торсом бегаем. Уже, слава богу. Так, и еще здесь базовый компонент. Это что такое? Мы можем выключать голограммы. Полезная функция. Это очень полезно. Так, и конечная наша точка, газстейшн. Мы должны перейти еще в какую-то локацию. Сейчас, где у нас? Путеводитель. Так, внимание, Арно находится в режиме дефолта. Это мы знаем, да. Здрасте, я тут у вас... Ух ты ж, матерь будешь. Кластер 13. Общее приветственное послание от Начека Пуна. Всем контрактникам, входящим в кластер 13, ведите себя спокойно, что-то там еще. Слишком много деталей, серьезно, я не успеваю все осмотреть, что нам показывают. Так, жилые модули, капсулы, магазин раз, магазин клон. Так, ты что за черт? Это клуб? Клубешник, да? Редс. Так, у нас много отметок на карте появилось, давайте смотреть. Так, а где легенда? Легенда, легенда, легенда. Уменьшать предыдущий, следующий уровень фокуса на игроке. Показать сведения, вот. Оружие, броня, кибернетика, вшиватель, оружейник, разыскиваемые цели. Возле нас прям кого-то разыскивают. Или же нам дадут инфо ком-то. Молодой человек, бармен, здравствуйте. Так, выпить всегда повод найдется. Получить вознаграждение, открыть магазин. Разыскиваемые цели, пусто. Никого не разыскивает? Что вы за люди? Так, прибухнуть здесь можно. Меня интересует значок оружия. Оружейный магазин. Хочу оружие. Где-то оно здесь. По-моему, здесь, да? Так, посещать торговцев оружием, броней или кибернетикой и вшивателей, чтобы покупать и продавать товары. С течением времени становятся доступны новые товары, так что не забывайте периодически навещать. Заканчиваются укреды, есть 7 ненужных пистолетов. Почему бы не продать их, чтобы получить дополнительный ресурс? Новый блестящий ствол. Сейчас мы глянем. Братишка, что у тебя есть? Так, он нам предлагает. Защитник P1, револьвер, усмиритель EP4. У нас всего лишь 2900. А что так мало? А что так мало? Тут оружие по 11 тысяч. Так, это что такое? Ужас. 15 тысяч. Это автоматический баллистический автомат. Урон в секунду 59. Тип урона обычный. Окей, а продать мы можем что? Аугментация у нас одна. Верхняя часть одежды. Рюкзак рабочего мы, по идее, можем продать.
Так, рюкзак рабочего, да, заберите. Голова, каска инспектора, заберите. А продать ему оружие я не могу, что ли? Не понял. Подождите. Снаряжение. А, у меня всего по одному. Вот почему мы не можем продать. Окей. Еще раз покажу, чтобы я просто знал. Приценился на будущее. Но вот ужас мне интересен. Однозначно. Ужас мне интересен, но пока что мы не осели. Меня интересует, у кого мы должны загрейдить пушку. Потому что у нас был вариант именно грейда оружия. Так, кибернетика, вшиватель. Давайте еще в кибернетику заглянем, где она у нас. Кибернетика, это вшиватель, кибернетика, значок глаза нам вот сюда. А я метки, я так понимаю, ставить не могу, да? Очень жаль, очень жаль, метки были бы полезны. Сейчас я пойду в его сторону, а там мы уже поймем, нам наверх, на низ. Куда нам надо? Матерь божья, сколько здесь переходов. В клон зайти не могу, в клон зайти меня не пускают. Вот, по-моему, кибернетика. Добрый день, кибервендор. Кибервендор, что у нас есть? А, он тактическими снарягами торгует. Чё так дорого, брат? Чё так дорого? Сладкий вкус правосудия, граната с высокой поражающей способностью. 4000 заряд, окей. Осколочная граната, 400 заряд. Стазисный дрон. Накладывает стазис на текущую цель. Дрон-компаньон, который формирует стазисное поле вокруг выбранной цели. Обезврежу ее вам на радость. Шоковая граната у нас имеется. Продать я, естественно, ничего не могу. Окей, братишка, я тебя понял. Так, куда у меня там по заданию елозить? Погнали. Самое удивительное, что, по сути, мы оружие можем находить прямо на территории, условно говоря, где мы... Оу, а как туда залезть? Подождите. Я должен туда попасть. Вы не против, ребятки? Закрыто. Откройся. Твою мать, меня сюда не пускают, а там лежит вкусняшка. Умрази. Ладно, здесь тоже что-то есть. Так, здесь брюки контрабандиста. Покач. Покач еще есть. Так, ноги. У нас ноги на защиту от огня. И плюс к увороту. Здесь чуть меньше плюса к увороту. И больше защиты от цифровых атак. Я понимаю, почему нам такая защита жесткая. Нужна. И нужна ли нам она вообще? Но у нас уворот мощный. А здесь защита от чего-то огня. Давайте, наверное, эти брюки возьмем. Почему они такие упороты? Ладно, сойдет. Будем полуспортсменом. Так, добрый день. Мне тут кому-то надо что-то сказать. Здрасте, вы кто? Это лента новостей. И с вами ваш верный ведущий, благодарный Эббот. Ну, здоров. Корпорация Ascent Group перешла в режим дефолта сразу же после того, как корпоративный И подал заявку о банкротстве один подцикл назад. Все попытки связаться с советом директоров корпорации закончились неудачей, и мы все еще ожидаем официального заявления. Так, аркология Ascent Group на Веселе отключена. Поступают также сообщения о переходе в режим дефолта. Если это правда, то в отсутствии служб безопасности АГ корпоративной группы захвата ее конкурентов уже должны были начать свою работу. Пожелаем им удачи. Как я всегда говорю, что для одного беда, то для другого новая возможность. Не переключайтесь. Всем живцам кластера 13, говорит Пун. Как вы, наверное, уже заметили, наша любимая аркология только что ушла в дефолт. Мне насрать, как и почему это произошло, работа продолжится как обычно. И это значит, никакой паники, никакого нытья, никаких отлыниваний нет обязанностей. Работа как обычно, всем ясно, конец. Ясно, поговорили. Так, здесь ящик тот мы не заберем, этот не заберем. Левелапчик, как никогда вовремя. Персонаж навыки. Я думаю, мы будем придерживаться той же схемы. Пока что, пока мы не определили, что у нас с оружием. Мы пойдем по хпшке. До 25 поднимем. Уворот ускорим до 27%. И шанс крита поднимем до 3. Пока что, мне кажется, это самые важные параметры. Ну, общие важные параметры. Видел объявление про создание? Как тебе последняя гонка? Так, это пункт, где тебя, черт возьми, носит? Забудь об этом гребаном лифте в стенке. Я, у нас тут проблемы посерьезнее. Жду тебя в безмятежности и не только. Что такое безмятежность и не только? Так, ребятки, у вас тут что-то стырить можно, да? Шортскин. Аксенсерс пикап. О, у нас дробаш появился. Давайте заменим. Дробашик одиночный, урон у него. Урон у него цифровой. Так, проверим потом. Так, здесь еще что-то должно быть.
О май гад, ребятки, да у вас тут по городу лута разбросано, с ума сойти. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Закрыто лед 3. Доступ запрещен. А, кстати, где я грейджу кибердеку? Так, стиль жизни Ascent. Окей. Дальность 400, перезарядка 0.5. Дешево, но относительно надежное решение. Анализ, да, двери нет, контейнеры нет, банкоматы нет, турели нет, прочее нет. Херовый у нас кибердек, вот что я могу сказать. Объективно, прям плохая. Так, что у нас молоточек обозначает? Молоточек это у нас оружие... О, стоп, так это тот, что нам надо. Это тот, который может грейдить оружие вроде бы. Я бы ППшечку грейданул на самом деле. Стоп, а где он? Не говорите, что он снизу. Full cycle. Графтинг. Но он находится где-то здесь прям. Так, я могу переключать уровни. Это нам не помогло. По идее, он как бы на моем уровне. Но что-то мне подсказывает, что нет. Уж иначе бы я мог с ним уже взаимодействовать. Я боюсь, что он где-то снизу. Так, а здесь, если загляну? Сюда меня не пустят? Не пустят. А, лифт же есть, вот. Стоять. Надо привыкнуть к этой многоуровневости, потому что и так сложно. Шо-шо-шо? Вот он, Гансмит. Взгляни на это, и на вот это, и вот это. Так, магазинчик, оружие. Цена, у меня есть 4 набора. Цена 1, ну естественно мы это апать не будем. Так, что нам дает вообще грейд? Вот что меня интересует. Сейчас у нас сабмачинган, СМГшечка, 67 урона в секунду. Цена апгрейда 1. До модификации 2. Да, 87 урона в секунду. Цена 2 за следующий грейд. Давай. 107 урона, мать его, 6.11 урон. 6.11, Карл. Окей. Спасибо, братишка, ты меня и спас. Так, возвращаемся назад, давайте уже на миссию, потому что я так могу бегать, лутаться и грейдиться до бесконечности, мне кажется. Так, у нас появилось огромное количество на карте миссий, доповых, по идее, которые мы можем выбрать, принять и пройти. Единственное, что... А, это вокзал. Точно, у нас же здесь перемещение есть с помощью такси и с помощью вокзала. И то довольно сложное занятие на самом деле. Потому что такси дорогое, насколько я понял. А все остальное нужно много бегать. Стоп, здесь где-то вкусняшка. Где спрятали? Во! Вот эти модули надо собирать. Иначе жизнь не сахар. Шо-шо-шо? 102 бабла. Надо бабла очень много намутить, если мы хотим что-то вкусное новое купить. Войти. Это мы где? Безмятежности не только. Поговорить с... значит, стека каким-то челом. Здрасте. Я лысый. Ему позвоночник выпрямляли или что? В чем проблема? Ну, красиво, красиво. Спору нет. Слушай, если мне понадобится организовать встречу или раздать чашки с вдохновляющим надписями, я дам тебе знать. Пункт, к чему такая враждебность? Я просто хочу сказать, что все время кризиса стоит держаться вместе и что мы готовы оказать любую помощь. Возможно, вам стоит задуматься о будущем. А, нет, я хочу сказать, что вы можете помочь. Ascent Group больше нет, а от совета директора услышно не больше, чем от кого-нибудь злого Карлона. Так, Puna Ascent Group — это не только совет директоров, это мы все, мы, объединенные единой целью. Корпорация развалится только если мы позволим ей. Ага, как скажешь, одной идеи будет недостаточно, чтобы накормить живцов и обеспечить безопасность, когда Корбез поймет, что чеки зарплаты им больше не приходят. А теперь прошу прощения, меня ждет другая встреча. Хорошо, поговорим позже, Пун. И тут я лысый и опасный. Одновременно. Так, добрый день, молодой человечек. Так,
возвышенный идиот. Ага, вот и ты. Прямо светишься амбициями и желанием творить бездумное насилие. То, что нужно. Мое последнее обращение — полная херня. Это кризис уровня сверхновая. Сцен-групп развалилась. Наша аркология в режиме дефолта, и мы потеряли связь с советом директоров. Не то чтобы я ожидал, что эти ребята в костюмчиках смогут как-то разрулить ситуацию. Денег больше не будет, и ребята из Корбеза скоро просекут, что рискуют своими шкурами примерно за ноль у кредитов. Подозреваю, вся система безопасности схлопнется еще до окончания этого цикла. Общий ESN Group внезапно затих. Такого раньше не было. Так что у биржи поехала крыша, и ESN Group пришлось немедленно заявить о банкротстве. Теперь все местные SE работают независимо. Сотни протоколов оптимизации дерутся за один и тот же хлам. Всего через несколько циклов начнется дефицит питания и энергии. Тысячи живцов пострадают. Я достаточно доступно объясняю. Мы с соседними кластерами зависим друг от друга в поставках еды, энергии и других необходимых вещей. Мне больно об этом думать, но кажется, выход из этой жопы, в которой мы оказались, нам придется искать сообща. Другие ночстеков согласились встретиться, они все полные кретины, так что не строю особых надежд. Но других вариантов я не вижу. И мой пес не перестает верещать о том, что это единственный выход. Обеспечение безопасности этой сходки возьмешь на себя. Во время кризиса всегда находятся какие-нибудь ублюдки, пытающиеся захватить власть. Турбогадюки уже начали вымогать деньги за защиту. На варианты поумнее мозга у них не хватило. Окей? Ладно, хватит вопроса, первым делом дойди до дробилки и разведай ситуацию. А вот еще что, найди себе экипировку получше, тебе теперь не только от дикарей из глубокого не отбиваться. Поговори со шмотником, у него что-нибудь найдешь. Есть какие-нибудь придурки из турбогадюк, будут косо посматривать, можешь смело их прикончить. Все ясно? Хорошо, тогда давай за работу. Максимально ясно. Так, дополнительные задания. Многим обитателям Велеса нужна помощь. Берите дополнительное задание, разговаривая с людьми, над которыми отображается N-ный значок. Так, выберите отслеживаемое задание, установите в качестве активного в журнале карты задания. Так, с течением времени ваша помощь может потребоваться кому-то еще, так что будут открываться новые задания. Окей. С вами все понятно. Пока мы оставляем все как есть. У вас тут стырить, я так понимаю, ничего нельзя. Я бы, конечно, хотел. Сорян, братан, я не хотел тебя толкать. Так, это у нас один из выходов. Здесь есть, по идее, еще два квестгивера, насколько я понял, да? Давайте с этим полялякаем. Так, ты должно быть новый питомец Пуна, он предупреждал, что ты зайдешь. Откуда у тебя это снаряжение? Из помойки в муравейнике? Тебе явно не помешает пара обновок. Вот, я отправил тебе координаты вшивателя и торговца броней и оружием. Поговори с ними и выбери себе какую-нибудь блестяшку. Сегодня твой счастливый день, потому что у меня есть для тебя подарок. Это поможет тебе немного раскачаться. Пун передает привет. И прошу тебя, постарайся превзойти мои и так не очень высокие ожидания. И не потратить все на наркотики и ставки в хром куполе. Он мне дал бабки. 12 тысяч кредов, нихера себе. Ну мне в принципе уже не надо, я загрейдил СМГшку. Я думаю, что нам ее хватит. Надеюсь, что нам ее хватит. Так, вы что хотите, мистер? Так, ты работаешь на Пуна, да? Я тебя тут уже видел, меня зовут Энтин. У меня есть для тебя работенка, конечно, если тебе интересно, нужно раскопать кое-какие факты. О, да, отлично, вот в чем суть дела. Тебе нужно найти мою родственницу, последний раз ее видел по пути в морг. Ну да, конечно, она мертва. Ты что думаешь, я тупой? Она мертва, ее труп пропал, и это гребаная трагедия, ясно? Сначала мой приятель Тим нанимается в Вейтко, так что я больше не увижу его кислую рожу, а потом еще Ундина берет и склеивает ласты. А я даже ее смерть нормально оплакать не могу, потому что тело пропало. Как я могу переработать то, чего нет? Эти ублюдки из морга говорят, что она к ним вообще не поступала. Но это херня полная. Я лично убедился, что ее отправят туда из госпиталя, чтобы провести вскрытие и все такое. Мне еще страховку нужно получить, и да, без тела все летит к черту. В общем, мне нужно, чтобы кто-нибудь примерно твоего калибра пообщался с этими некрофилами, а может и взломал их базу данных. Я бы сам это сделал, но я Карла. Карла. Кусок говна в унитазе выглядит более угрожающе, чем я. Так, ты находишь тело Ундины, я получаю страховку, ты получаешь свою долю, вот и все, проще некуда. Сообщи мне, если что-нибудь найдешь. Ок. Так, ну основное у нас задание оставляем в бурилку, да? Основное задание — отправиться в дробилку, да. Все правильно. Погнали по заданию, не будем елозить. Тут еще и музычка, что надо. Так, добрый день, ведите меня в дробилку. Идти далеко, бабки пока что тратить не будем. Я все-таки очень сильно рассчитываю на то, что мы сможем что-то залутать вкусненькое у врагов. Так, веди меня. Проще так пройти, чем пытаться самому найти маршрут, потому что город огромезный, мать его. И это только один из слоев этого города.
Это маленький райончик. Маленький райончик, кластер 13. Так, добрый день, вы не против, я пройду? Угу. Не забывайте, что ответы на вопросы можно найти на информационной доске. Так, ну пока мне оружие не дали, значит, бить меня никто не должен. Крыши. Согласно отчету системы безопасности кластера 13, приближается воинственно настроенное подкрепление турбогадюк. Соблюдайте осторожность. А вот теперь мне дали оружие. Так, у нас есть теперь дробашек, но он гораздо слабее, чем наша ППшка. Нихера себе. Турбогадюки прям ворвались, я понял. Так, двигаем дальше. Здесь пока враждебных нет. Так, это пункт. Шмотник говорит, что мой скромный взнос в твой пенсионный фонд уже у тебя в кармане. Надеюсь, тебе хватит ума потратить его на новое снаряжение. Да-да-да, я уже все потратил, не переживай. Так, вот, желтые точки появились. Это вы, ребятки? Просто истеребил. Так, присесть, спрятаться. Власти. Стрельба поверху, стрельба понизу, не забываем. Все, или еще кто-то? Слушайте, с этим теперь можно повеселиться, дай боже. С такой-то ппшечкой. Я, походу, нейтральных роботов убил. Че, кого-то шел от меня. С такой ппшечкой можно жить. Тут что-то есть? Вкусняшка! Давай сюда. Надо почаще заглядывать на карту. Нам очень много вкусного бывает. Хотя бы на радар, ладно, не на карту. Так, ребятки, мне нужен опыт с вас. Да вообще грязь, слушайте. Сравнительно с тем, что было... Это прям грязище. Что это такое? Шорт-скин Канария. Где я скины должен втюхивать? Я вот понять не могу. Сейчас, броня. Туловище. Показать сведения, выбрать, снять, показать шлем. Карта и задание, аугментация точно нет. Вроде бы нет варианта вставки скина. В чем подвох? Или мы теперь сможем находить броню с этим скином? Сори, сори, я гражданских убивать не хотел, честное слово. Так, тут у нас что? А если я его... О! Отлично, один автоматик можно уничтожить. Надо будет проверить, потому что бабки лишний раз закидывать им вообще неохота. Так, тут очень много народу, давайте присядем. Здрасте. Кто на новенького? Пунь-пунь-пунь-пунь. Отлично. Так, там еще куча народу. Тут ящички есть, что-то есть вкусное. Есть ящички обычные. А это море бабла. Ну как? Это что, опять скин, да? Окей. Это автомат. Короче, автоматы разрушаются. Это огромный-огромный плюс. Там ящик есть. Дайте сюда. Нормально найдем кучу бабла. Откуда вы повылазили? Тихо-тихо-тихо. Отошел. Взорвись. Нормально? Нормально? А с хер ли вы сзади бежите? Откуда вы там взялись? Спрятался собака. Давай-давай, обходи-обходи. Надо бы вообще дробаш проверить. Все это, конечно, хорошо. Так, где здесь вкусняшка? Это что такое? Планшет с данными. Турбогадюки становятся все агрессивнее, кажется, скоро действительно возьмут под контроль еще и крыши. Нам придется задуматься над отступлением к цветущим холмам. Поверьте, все в моих руках, не надо ни о чем задумываться. Я все сделаю. А это что-то типа нычки, потому что эти ящики не отмечены на карте. Я правильно понял? Вроде бы да. Ну, здесь как бы и бабло только. Здесь ничего ценного. Окей, погнали, куда нас там зовут. Джунгли зовут. Трю-дю-дю-дю. Где дробашек? Дайте дробашек. Сейчас проверим. Цифровой, по идее, против роботов, я так понимаю, должен работать. Здрасте. Звук охеренный просто. Но дамаг не тот, конечно. Дамаг не тот совершенно. Куда сбежал? Иди сюда. Отлично. Бляха. Там второй выход есть, оказывается. Неприятно. Жить можно. Это автомат. Халявка. Халявка, приди. Ящики слишком, слишком блеклые на фоне всего происходящего. Их легко можно потерять из виду. Брюки контрабандиста. А у нас какие? Туловище, ноги. Это у нас вторые брюки контрабандиста, да? Я правильно понимаю? Угу.
Их можно будет, по идее, продать. Так, нам сюда, не сюда? Нет. Лифт? Где лифт? А, вот второй лифт. Брню. Драт у тебя? Так, этот робот нейтрален. И две зеленые точки. Я так понимаю, что это место, где стоят турели. Так, Steam Town ограничен доступ. Окей, пока туда не суемся. Нас туда не звали, мы туда и не лезем. Твою мать, что там опять происходит? А что ты так мигаешь-то, боже ж ты мой? Так, здрасте, вы вражина? Вы не вражина. Стоп. Поньк, поньк, поньк. Так, возможность ползти к укрытию. Во время боя станет вашим ключевым выживанием. Целиться, чтобы выстрелить из укрытия, избегая вражеских снарядов. А укрытие тут есть вообще? Сзади вылез, мразь. Ненавижу, когда они сзади где-то из жопы вылазят. Серьезно, терпеть не могу. Хелспак 50. Еще один уиз нашел. Ребятки, вы где там? Мне тут говорят в укрытие прятаться, а я вас даже не вижу еще. А вот там целая толпа, да? Взба. Так, мне начало прилетать. Нормально, релод. Спрятались. До свидания. Так, а этот транспорт... Куда он улетел? Что? Под ним еще один транспорт. Шо-шо-шо? Шоковая граната еще одна. Пусть будет. Так, тут тоже корабли стояли. Open. Окей. Сойдет. Лучше, чем ничего. Так, здесь еще тоже такси какое-то. Открыть. Нормально тут налутаться можно, короче. Так, вражины пока нет. ХП-шечку пополнили. Обидно. Порой бывает, что вообще ничего не выпадает. Это грустно. Так, благодарность. Эта зона часто используется местными предпринимателями для поиска вынужденных инвесторов. Вынужденных инвесторов. Хорошая формулировка. Почка! Бляха, меня, по-моему, тоже задело чуть-чуть. Фига! Вы видели, как разнесло к чертям эту клумбу? А чего у вас так много, ребятки? Давайте чуть это, менее активно. Так, облазим, облазим. Отлично. Не попадешь. А вот я попаду. Нормально жить можно. ХПшку давайте, еще один ОИС. Вот теперь нам будет хоть что продавать. А то мы с голой жопой бегали. И от этого толку немного. Сюда зайти можно? Не. Так, это работяги. Работяг не трогаем. Так, здесь что-то вкусненькое должно быть. Дрессе. Автоматы все ломаем чертям собачьим. Нам невыгодно пока что в них закупаться. Нифига там сколько нападало. Мы таким образом позапоминаем, какие автоматы что дают номинально. Так, здесь тоже вкусняшка. Здрасте. Я на секундочку к вам. А что здесь? Оу, май. Базовый компонент, 12 укреда. Окей. Еще что-то вкусное будет? Так, много врагов. Очень много врагов. Отошли величники всраты. Тихо. Отошли, говорю. А бляха, а что у вас так много, а? Ребятки, 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 ребятки. Чи-чи-чи-чи. Давайте по одному. Сойдет. Ну их еще по обе стороны дофигища. Так, тут ящички. Ты вот звезда, с которой я говорил, это Селина, одна из восходящих звезд. Они думают, что все еще образуется, SN Group вернется. Посмотрим, как они запоют. Окей. Действительно, посмотрим. Так, пока вроде тишина. Жить можно. Что, нам сюда, в разлом? Ага. Так, что-то их там прям до хера. Сзади вылез собака. Вот этого я терпеть не могу, когда они из ниоткуда берутся сзади. Это прям нехорошо. Отошел. Дайте хпшечку. Спасибо. Пока тишина.
подозрительная, но тишина. Ящики есть? Ящик. Хочу лют, хочу, хорошее оружие хочу. Да, откат кувырка все равно жестокий довольно. Есть там кто? Он сам зашел в поле, его никто не заставлял. Тихо. Сзади у меня где-то чел. А ты что тут делаешь? Слава богу, есть радар, серьезно. Это что такое, это мана? Дробилка не место для прогулки. Корбез туда носа почти не сует, так что место принадлежит разнообразным уродам и ублюдкам, вооруженных до зубов, естественно. Понял? Мы тоже как бы вооружены, если что. И очень опасны. Главное их забирать еще на подходе. Пау, дабл взрыв, отлично. Что это было? Меня с миномета стрельнули или мне послышалось? Наверное, послышалось. Пусть был звук, хоп-пуф. Понял, принял. Милишник, потом. Спускайтесь. Отлично рвануло. Пойдет. КПшечку дайте, спасибо. Что вы тут так охраняли усердно? Что вы тут делали? Вроде толпа стояла, а нифига у них нет. На обман, получается. Сзади у меня не убегает никто, по традиции. Отошел. Не обходи меня. Ух ты ж, матерь божья. А вот и сзади пришли. Недолго ждать приходилось. До свидания. Кто там пасется? А ну иди сюда. Так, там вроде тихо. Бочечка. Оньк. Так, приближайтесь к парку умиротворения, также известному как Дробилка. Незарегистрированные обитатели в течение последних квартал зацепили рекордное количество убийств и несчастных случаев. Почему же, интересно? Почему же? О, ящики хоть какие-то. Стоп, сверху. А, нет, не сверху. Снизу внутри вкусняшка. Давай сюда. Еще немножко баблишка. Кавайски. Эта штука не открывается, я правильно понимаю? Даже если ломанем. Хрен там плавал. Окей. Ты что сюда лезешь? Я вас сюда не звал. Пошли в жопу, взрывайтесь. Надо, чтобы в ППшке было хотя бы патрошек 60, вот тогда будет вообще песня. Нагрудная пластина разработчика пластов P10. Гжите. Так, туловище. Ух, нихера себе. Гораздо сочнее защита, плюс бонус к ХП, но минусует полностью наш бонус к шансу крит удара. Что, естественно, грустно, но защита куда мощнее. Ладно, давайте возьмем. Оума. Мне бы хпшечка не помешала так-то. Это, конечно, все хорошо. А что здесь золото? Там сверху на крыше. Как я туда залезть должен? Не подскажете заодно? Не с этой стороны. Погодите. Походу я знаю, как мы туда залезем. Там прям слишком вкусно. Ага, все правильно. Ящик. Еще и в придачу деталька. Вообще хорошо. Открывай. Би-би-би-бип. Кибердек апгрейд. Ёпарес, это городской хулиган пикап.
Так, городской хулиган. Двери лед один теперь можем открыть. Найс. Так, автомат. Вскройся. Отлично. Это мне и надо было. Зря две съел, ну ладно. Пусть будет. Так, добрый день. Кто нас тут поджидал? Ага. Свободен. Сейчас сзади, да? Вот собака, откуда они сзади берутся, ну? Это неправильно. Четвертый левел, найс. Надо за укрытие, за укрытие, за укрытие, за укрытие. Умри, спасибо. Что-то желтенькое. Защитник P1 есть. И осколочная граната G4. G4, чем ты лучше нашего? Оглушает и отбрасывает. Это урон по взрывной области. Давайте гранатку. Бляха, она в ноль откатилась, да? Ладно, хрен с ним, разберем. Твою мать, там турель! Так, вот это потенциально опасно очень. Я дострелю до нее? Скорее всего, нет. Надо найти где-то укрытие поближе к ней. Бляха-муха. А мне ж туда прям идти, да? Турель потом, 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 потом. Так, а если я здесь прячусь, норм будет. Зашибись вообще будет. Хера ну мощная. Тут там еще стреляет. Ёпи, автоматизированные средства защиты. Раздолблено. Правда, с ней ничего не выпало. И так сойдет. Сим-сим, откройся. Дверка открылась так, аккуратненько. Так, это Пун. Мы только что узнали, что турбогадюки решили пойти ва-банк. Они отправили в дробилку несколько прокачанных Steam-громил под управлением полнохромов, чтобы сорвать сходку. Я рассчитываю на тебя. Что такое Steam эти вот и полнохромы? Пожалуйста, объясните. Так, здесь зона, которая в радаре у нас не отмечается. То есть мы идем чисто на ощупь. Окей. Сейчас отдалимся. Отошел. Бляха. Вот сейчас я понял, откуда они сзади взялись. Они просто выпрыгнули с транспорта. Отлично. Так, хилочку пока оставим. Бог знает, что будет дальше. Пока вроде бы полнохромов мы не встретили. Опять высадка пошла. Отошел от меня. Бля, сейчас я до тебя доберусь. Так, вроде тишина. Здесь переходы с зоны. В куда? Мы не знаем, в куда. Хера себе, бибика какая. Ну, здесь прям разгром, слушайте. Здесь прям разгром территории. Аж страшно. Ничего не дало. Там есть кто? Я так понимаю, что нам вниз надо спускаться, да? Так, у меня сзади четверо врагов. Откуда вы взялись? Гранату себе в жопку, пожалуйста, засунь. Отлично. Так, хпшка про запас у нас две штуки на карте есть. Если прям совсем все плохо будет. Так, аккуратненько. О, ни хрена непонятно пока что. Что-то здесь две группы большие. Одна с этой стороны, другая с той. Вот полнохром, по-моему. Он стреляет ракетами, понял. Вопросов больше нет. Если хотите, поднимайтесь ко мне. Ракета. Полохром, подожди секундочку, я тут дочищу. Ты же не против? В смысле, она развернулась, что? Ты что творишь? Дерьмо, кусок, ублюдок, мать твою. Умри. Нормально. Полнохром уничтожен. Так, и сколько нам четверых надо полнохрома убить? Я вас понял. Ну, локация довольно большая, но она круговая, поэтому, в принципе, жить можно. Так, еще один полнохром. Понял. Отступай, 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 отступай. Намек понял. Не дурак. Ух. Ух. Твою мать. Так, хилочку заберу все-таки. Понял. Понял.
Он присел. Подустал, братишка, бывает. Так, еще кучу хилок. Шо-шо-шо. Установка RPG-23. Покажите мне ее срочно. Одиночные 69-104. Бум-бум-бум-бум, это у нас что? Патронов в секунду 1, размер обоймы 8, время перезарядки 2, отдача 400. Я хочу это увидеть. Это то, чем он в меня стрелял? Пожалуйста, скажите, что да. Оу, щет. Вот это я понимаю. Так, хилочки пока оставим, все надо проверить на ком-то. Ребятки, у меня есть RPG, идите сюда. Нормальная тема, слушайте. Рекомендую. Я сверху могу рыпыкнуть или нет? Вся беда в том, что я могу стрелять только по стаб... Она сама наводка ищет цель. Оу, май. Жилет Витатрек. Жилет Витатрек. Так, огненную защиту повысит. Эту понизит, эту повысит. Что за скилл дает? Равновесие. Сейчас. Персонаж, навыки равновесия. Это что? Устойчивость к оглушению. Ну, бляха. Ну, хрен знает. Защита от огня. Да нам, по сути, от физика защита нужна. А у него и от физика защита хорошая. Давайте его пока напялим. Так надо, если что. Так, целимся. Пяу. 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 Нет. Твою мать. Твою мать. В ответочку прилетело тоже. 173 урона крит. Неплохо. Нет! По жопе получил. Ну, слушайте, мне кажется, это почти полуимбовая пушка. Она имеет легкую самонаводку. А у Эшечку еще и критует неплохо. Это же прям сок. Кто там у нас спрятался? Держите. Раз. Два. Два, говорю. Граната прилетела, понял. Релот, 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 релот. Отошел от меня. Я не заметил, меня дамажило, нет? У меня. Блях, она же меня может влететь, по-моему, нет? С таким же успехом. Но это весело. Это однозначно весело. Так, кто тут еще пооставался? Вылазьте из сумрака. Мразоты. Так, тут вторая группа снизу была, да? Пока не видно, пока не видно. Видно? Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Выходите в центр. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что такое? Подустал, братишка? На тебе еще ракету в жопу. Четверых убили. Так, турбочеревики втоптаны в землю. Отлично, твоя работа наверняка повысила средний уровень интеллекта по этому району. Жду тебя на сходке. Супер гуд. Бля, только ради этой ракетницы сюда стоило сходить, серьезно. Укротитель беспорядков, это еще что такое? Укротитель беспорядков, это дробовик. Он лучше, чем наш дробовик? Наш дробовик лучше, чем этот дробовик. Но у нашего, собственно, цифровой урон, а у этого физик. Сейчас чисто визуально оценим. Не топ. Так, а сколько у него максимум вместимость? 4. Ну такое, к дробовикам я достаточно равнодушен в этой игре, не знаю почему. Оно вроде бы неплохое, но вроде бы, ну не, такое. Так, верните мою ППшку. Моя ППшка супер грейдед. А как они визуально отличаются, грейджены? А, на них написано мод 1, мод 3, и она желтого цвета уже немножечко. Окей, пусть будет. ППшка имба в любом случае. ППшка имбецкий. Так, ведите меня, пожалуйста. А мне награды не будет больше никакой. Тут ящичка, может, каких-то скрытых. Еще чего-то вкусного. Вот зачем ракетница. Ей идеально вскрывать автоматы. Просто лучше не придумаешь. Так, может, здесь еще что-то есть? Есть какие-то терминалы, но... Они нам не нужны. Так, добрый день. А ты уже на месте. Жди, там мы скоро будем. Походу, это подстава.
Ты что за покемон? Пришел чел, просто сломал стену, чтобы остальные прошли. Понял. Так, хлопцы, ракеты желаете? У меня их есть. И я довольно щедр. Блях, у меня, естественно, в спине уже есть. Откуда? Спрашивается, откуда? Что такое? А вы что приперлись? Их еще и двое. Бог, что ж ты мой. Так, пятый левел есть сейчас. Быстренько ППшку. Надо позабирать мелочь. Правильно, гранату под себя кинул. Красавчик. Так, у них много хп? У них достаточно много. Уйди, 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 уйди. Уйди от меня. Твою мать. Почему у меня такой релот? Так, быстренько. Релони, релони, релони. Туда напускай ракет. Отлично. Зверобасик поймал ракету лицом. Втекаем. Да уйди ты от меня. Ух ты ж, просто он еще волны пускает по земле. Уйди, говорю. Пол хп мне снял, собака. У-ду-ду-ду-ду-ду. Где эта мразь, которая мне в спину настреливал только что? Умри. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. ХПшечка. А больше ХПшечек нет? Очень не помешали бы так-то. Что ты хочешь? Уйди от меня, говорю. Держи ракету. Его ракеты не берут, алё. Это не просто какие-то обсосы, которые у меня проходили. Посмотри на их аугментации. Какого хера им понадобилось нападать на сходку? Ладно, я выхожу. Выходи, выходи. Тут что-то мигнуло фиолетовым, кстати. Я вот не понял, что. Ну вот, встреча состоялась. Полный успех. Все начальники с нами. Через пару часов мы начнем настройку все наших кластеров и перераспределение жизненно важных ресурсов. Работы еще много, но начало неплохое. Вряд ли можно было надеяться, что будет лучше. Но кто, мать их, такие эти прокачанные ликвидаторы? Черт, мне сейчас новые проблемы нужны на жопу на лбу. Что? Как жопа на лбу? А. И да, я знаю, что эволюция уже допускал такие ошибки. Но и так понятно, что я имел в виду. Естественно. А, кто-то звать, подожди. Пон, ага, да, нет, твою мать. Отличный диалог. То, что надо. Это был администратор Денгер. Пока мы тут развлекались, кто-то нагрянул и уволок целую кучу живцов. Моих живцов. Похоже, нападение было организовано для того, чтобы отвлечь нас от похищения. Надо возвращаться. Далеко не уходи. Есть у меня ощущение, что твоя помощь скоро снова понадобится. Какой мерзкий горбач, а? Ладно. Бог ему судья. Так, главное, что у нас два левелапа, если я не ошибаюсь. Мы же один не прокачивали, потому что мы в бою были, да? Да. Не, у нас даже три левелапа, на секундочку. Так, окей, раз у нас три левелапа, однозначно нужно повышать шанс крита. С каким бы оружием мы ни были, шанс крита нам пригодится, это факт. Однозначно нужно поднять хп, потому что в последнее время оно что-то довольно быстро скатывается нахер. Так, и ускорение кувырочка оставляем так. Сюда по одному, все. Пока оставляем так. Потом мы будем уже баловаться с прицеливанием, с владением оружия и так дальше. Так, замечательно. Вкусняшки будут? Я не понял. Я тут что, в этой дробилке зря шастал или что? Так, идем сюда. А, мне сюда нельзя, да? Откуда они пришли? Зря. Я бы пока теплый след, им бы на хвост упал. И было бы вообще топчик, мне кажется. Я бы их всех нащуль, всех расстрелял. Так, тут у нас есть... плюшечки. Я так и не юзал аугменты, кстати. Потому что нам как-то, ну, не приходилось в ближний бой вступать. Не было в этом большой нужды. Предложение. Согласно конституционным данным, рядом находится станция Интерлинка для быстрого перемещения в кластер 13 к северу текущего расположения. Так, вот там у нас метро, да? Возле метро есть еще ящики и задания. Так, вход в гриндер. С гриндера я туда не перейду. Значит, я перейду отсюда. Так, это Пон, мы в полном дерьме. На этот раз в переносном смысле мне снова нужна твоя страсть к убийствам и разрушению. Встретимся в безмятежности, не затягивай. Братишка, обязательно встретимся. Перемена слагаемых, окей. Он меня ведет по карте прямо на место, да? В
Кластер 13. Но у нас есть метро, которое нам поможет быстро добраться до кластера 13. А вы что тут забыли? Отошел от меня. Не подходи ко мне. Я обыдался. Автомат сломаем. Так, пацаны, хотите приколдес? Держите приколдес. Пау! Точечно, идеально. Лучше просто не придумаешь. Так, здесь ничего вкусного нет? Нет. Вкусное разбросано по всей карте, поэтому надо в любом случае будет вынюхивать, выискивать. Так, нагрудная пластов P20. Это не то, что у нас сейчас? По-моему, та же. Это что? Планшет с данными. Берт, мне пиздец. Острые лепестки меня прижали. Я уже слышу, как они матерятся снаружи. Ты все еще должен мне услугу. Так вот, я спрятал ствол моего отца в благодарности. Она в контейнере заброшенной пиццерии. Ищи дворец пиццы Линуса. Достань его и отнеси Айрис. Хочу, чтобы у нее было хоть что-то на память обо мне. Слышал, она работает в какой-то мелкой забегаловке в кластере 13. Черт, они ломают дверь. Понял? Пацан минуснулся, и у нас, скорее всего, будет выбор. Либо вернуть это оружие, которое там валяется, либо оставить его себе. Да, разброс, конечно, жуткий. Спустя буквально выстрелов 5, начинается разлет такой от ППшки. А вы тут что-то охраняли? Там дальше не враждебные. Ну, слушайте, мы чистим мир от говна. Это уже хороший показатель. Так, где само метро? Метро идет вверх, и, скорее всего, с этой стороны мы можем обойти. Так, а здесь должно быть что-то вкусненькое. Закрыто лед один. Мы теперь можем открыть лед один. Пацаны, вы что тут обдолбыши, да? Вот ж повезло. Конечно, хилку забери. Так, здесь дверка обычная, вкусняшечка. Мега пушку, хочу мега пушку. Монокль живца с верхних уровней. Прям-таки с верхних. Так, что он нам дает? Меньше защита от огня, плюс защита от цифрового, от электричества по параметру. Есть стимулятор, а есть параметр. А какая между ними разница? Голова плюс 4. Подождите. У нас есть параметр голова. Ну что значит параметр голова? Подождите. Кибернетика, моторика, биометрика, телосложение. А, я походу въехал. Сейчас мы проверим по навыкам. Навыки, зависящие от головы. Связан с кибернетикой. Вот, кибернетика. У нас 6.94. Напяливаем эти отчеты. О, май! Вы просто посмотрите на этого красавчика. 6.94. Нет, все так же 6.94. Но голова у нас теперь 9. Окей. В любом случае, мы подняли параметр. Это куда важнее. Так, здесь тоже можем открыть. 7-7, откройся. Оу, нас там уже ждут. На приколдес. На приколдес. Поймали приколдесы мы. РПГ. Все, что я могу сказать. РПГ. Смертобольный жилет Е20. Смертобольный. Так, у нас еще одна пластина. Защита от этого. Опять параметры голову поднимет. А ты поднимешь нижнюю часть тела. Я так понимаю, что это, наверное, прямая жесткая защита. Мне так кажется. Так, жизнь и энергия. У тебя голова равновесия. Защита от электричества. У нас защита от всего на свете, но у нас хреновый бонус. Давайте защиту от всего на свете, наверное, оставим. Так, ребята, где метро? А херли по ним урон не проходит. Куда они бегут вообще? Вы куда бежите? Пацаны, а ну вернитесь. Почему он такой бронячий? Мне кажется, у него какой-то суперлут должен быть. Вообще нихера. Дружочек, а я тебя видел. Теперь он не такой бронячий. Как это работает? Стоп, это с ящики. Уе. Пустые ящики, правда.
Хорошо, что мы нашли апгрейд. Слушайте, апгрейд взлома — это прям очень хорошо. Так, где метро, мать вашу? Так, метро по прямой вниз должно быть. Мы там где-то ящик просто выникали. Ну да и хрен бы с ним. Вон, вижу значок. Нифига. Так, здрасте. Увозите меня, пожалуйста. Метро, 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 метро. Не сюда, да? Кластер 13. Я могу тоже побегать. Только людей потолкать не могу. А, нет, толкай, толкай по чуть-чуть. Все, мы в кластере, да? Замечательно. Хорошо, ребятки, пока что мы сделали с вами небольшую паузу. Эпизод и так выдался довольно большим. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.